Вы знаете, о чем шепчутся эти березки? О том, что сегодня у них будет много гостей, что эти хлопоты приятны, и время пролетит быстро. В колхозе «Слава» Смоленской области начался традиционный праздник труда. Три русских богатыря из первой бригады преподносят хлеб-соль председателю колхоза Владимиру Семеновичу Ланкину. Рассказывают, как работали в посевную, обещают вырастить богатый урожай. Лучше увенчивают венками. Никто не заметил, когда начался этот удивительный импровизированный концерт, потому что всем было весело. И только потом они будут вспоминать, как готовились к празднику, как искали лапти среди последних образцов модельной обуви. Но это будет потом. А сейчас...